Ну, что ты там, чем занимаешься? Подождите. А, то есть ты к съемкам еще не готов? Так. О-хо. Я тут купил бутылочку легкого калифорнийского, называется Божле. Ага. Легкая калифорнийская. Так, давай попробуем. Okay, вот мы заехали в парк. Накупались в океане, назагорались. И вот, как говорится, решили пообедать. Вот заехали в парк, сейчас пожарим на углях картошечку запечем, винца попьем, и все в этом духе. Вот здесь, я не знаю, это что, канал или что это? Это как-то от океана, канал, да? Канал, который соединяется. Водоем, ну, скорее всего, да, яхты, которые... Для яхт, да, для яхт, наверное, да. Думаю, как, да. Как отстойник, наверное, скорее всего. Да. Да, скорее всего, здесь место для хранения, у людей... Короче, отстой какой-то, понятно. Да ладно. Отстойник для яхт. Миллионеры живут, да? Вот, вот здесь, пожалуйста, такой парк. В общем... Куча-куча мест, зоны для отдыха, где вот люди отдыхают, кушают, жарят. Вот паркинг здесь, за деревьями проходит дорога и океан. Вот, но мы туда что-то решили не идти, далековато немножко. Решили поближе здесь остановиться, где наша машинка. Вот дети наши кайфуют. Андрей, взять ее. Взять ее, да? Фас. Андрей Фас. А, нет, он какой-то там то ли шарик нашел, забери у него. Кака. Это кака? Иди в мусорку выброси, Аня. Вот, пожалуйста, в парке каждые 5 метров стоит такая урна, что, в принципе, везде чистота и порядок. Так, ну что, Андрей Владимирович, я смотрю, у вас процесс идет. Идет потихонечку. Я сейчас положу картофанчик сюда. Угу. Ты решил его сверху, да, запечь все-таки? Да, я его сверху. А будет сверху. Нормально жар? Я думаю, что будет. Если я не ошибаюсь, жар будет такой, что все зашкварчит. Нам бы по 2, а не 1, да, наверное, вот так вот. Ну ты все запекай. Андрей еще будет есть. Что, мы потом 2 картошки возить будем с собой? Давай. Куда мне его девать-то? Кого? Аня, ну зачем ты его так поднимаешь? Ты ему руки... Может, он взял листик, он поносит его, да выбросит. Он же его в рот не берет. А, Андрюх тут уборкой занимается, листьев. Да, да, лопух больше твоей головы. Ага. Андрюш. Иди, мой хороший. По стаканчику легкого калифорнийского? Да, давай. Я иду. Давай, это оно уже открыло. Андрей, туда нельзя ходить. Ну, давайте. Давай, давай. Mañana, romperte la ropa, que te sientas amada. Apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte por qué en esto tengo fama. Tú quieres conmigo, lo que yo quiero contigo. Veremos qué pasa después del vino.